Задача направить для службы вот именно на Черноморский флот наших лучших призывников. Мы стараемся каждый призыв 20-25 человек отправить на Черноморский флот. Понятно, что не все они, к сожалению, попадают на корабль «Ладный», но порядка 5-6 человек с каждого призыва идет именно на службу на наш подшефный корабль. А в президентский полк, это у нас традиционно, мы отправляем 15 человек, всего в год 30 человек мы в президентский полк отправляем. Наши призывники очень неплохо себя зарекомендовали при прохождении службы в президентском полку, и представители президентского полка достаточно охотно берут призывников из Тюменской области. Я скажу, что не каждому региону такая, будем говорить, возможность предоставляется отправлять на службу в президентский полк своих призывников. Мы вот в числе тех, кто направляет.